И снова всем здравствуйте, друзья! Это рубрика «Дромото», с вами Виталий Карпанов. И вот этот замечательный человек, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, и, внимание, марка, которую я давно хотел вам рассказать. Итальянская марка Moto Guzzi. А? Правильно я называю? А, только вот такой как раз-таки модели я вообще не видел. И это какой-то огромный, знаешь, у нас такой был мотоцикл Иш-Муравей, да, делал, по-моему? Мотороллер. Да, мотороллер. А что же это за агрегат? Это какого года и для чего он предназначен? Мы начали делать в 46-м году для перевозки грузов. В 46-м году в Италии, да? Да, в Италии. А, да. На каком заводе? Moto Guzzi. Moto Guzzi, это такая оригинальная модель. И в чем, для чего они ее придумали? Для того, чтобы возить грузы, восстанавливать разбитую Италию. Разбитую Италию. И вот трицикл идеально вписывается в узкие улочки, на которых машина просто самое, самое главное, самое интересное, что двигатель не как обычно, да, у мотоцикла Moto Guzzi. Для Moto Guzzi он обычный тех лет, горизонтальный, 500-ка. Двухклапанная. 500-ка двухклапанная. Да. Сухой картер, стоит отдельный маслобак, который гонит масло через насос и одновременно смазывает коробку. То есть два насоса, один откачивает из движка, второй закачивает. И все это смазывает. Вот. И ступенчатая коробка с задним ходом. Вот это вот та самая коробка, да? То есть это не... переключалка. Коробка это вот на кардане. Вот здесь коробка. Это сцепление сейчас, должно сейчас, сейчас не надо, да. Лучше не надо. Вот. Вот так, вот и какую скорость развивает этот максимум агрегат? 60, некоторые экземпляры. Самое интересное, да, мы видим, что у нас здесь карданный вал, который приводит в движение задние колеса. А здесь у нас что? Вот расскажите, вот смотрите, да? Здесь у нас практически автомобильный. Нет. Вот сняли с языка. В отличие от всех других производителей, даже наш Урал, да, завод, ставил вот от «Москвича». А эти пацаны делали мост оригинальный свой. Свой. Вот здесь, если видите, деревянные башмаки обхватывают мост. Это единственный случай на мотостроении применение дерева в несущих печатках. И насколько это практично и, скажем так, долгоиграющее? Это оригинальные вещи с тех лет. С тех лет? Да. Еще раз напомните год выпуска. 46-й начался. А эта модель? Эта модель выпускалась в таком виде до 51-го. То есть, а конкретно вот этой модели год выпуска? Там зависит 51. 51. Хорошо, а он работает, он в нормальном состоянии? И от, как он вам достался, откуда? Я привез его из Италии. Все, спасибо, друзья. Это была рубрика «Дромото» и ребята, которые восстанавливают итальянские мотоциклы. Все, давай.